Здравствуйте, перед вами будет выступать Воронцов Александр Викторович, город Черемхово, Иркутская область, с темой о предстоящей зиме в городе Черемхово, снежной, которая у нас зачастую бывает, не успеваешь убирать снег, ну и так далее, тому подобное, зарисовка где-то в этой теме. Но а то, что музыка там будет маленько вам мешать, это у меня сосед музыкальный, любит музыку сильно слушать громко, ну и бывает через стенку слышно. Ну извините, если что не так. Ах, какая в Черемхово непогода, снегу много, намело, намело. Продолжает, наметает, мухи белые порхают образно. Снег кругом, и так с утра до вечера бывает иногда. И даже сутки целые фигачит, как с куста. Зима, короче, снежная, короче, к нам пришла. Все Черемхово с крышами, короче, замела. Вот оно, короче, значит, вот она задача, как бы, чтоб убрать со двора. И такое часто очень валит прямо до сугробов иногда. И до черта, и так с утра до вечера бывает иногда. И даже сутки целые фигачит, как с куста. Зима, короче, снежная, короче, к нам пришла. Все Черемхово с крышами, короче, замела. Примерно об этом. Спасибо.